Здорово, сегодня у нас на обзоре новая посылочка, не из Китая опять, а из магазина Розетка.ua. Ссылочка будет в описании. Вот такой вот SSD-шник на 120 гигабайт, который называется Solid Power S70. SSD-шник решил поменять на ноуте, поставить его вместо старого винчестера. Но оставить второй. Будет у меня два винчестера, один SSD, на котором будет установлен Windows, и второй для хранения данных. Как вы видите, так вот выглядит сам SSD-шник в коробочке. И что они пишут, что вырастет по сравнению с обычным HDD, в 5 раз вырастет запись и в 4,5 раза чтение. Ну что ж, проверим. Обещают до 500 мегабит на запись и на чтение приблизительно. Сейчас посмотрим, откроем коробочку и будем уже смотреть, что да как. Так, открываем. Не люблю такие коробочки, так запаковано, но зато надежно и точно никто не вскрыл, блядь, не скрывал, блядь, до тебя. Так, ну вот так он выглядит, очень легкий на самом деле. Это металл, полностью корпус металлический, тут такая наклеечка. SATA 3 написано. Сзади, в принципе, вообще ничего. Стандартный SATA-овский разъем. Ну что, проверим, посмотрим, как работает. И сравним тогда результаты по сравнению со старым винчестером. Увидимся на компьютере. Так, продолжаем наш обзор винчестера. И вот такие показатели показал нам Crystal Disk Mark. И я ими реально удовлетворен. 300 мегабит запись. И 480 чтения, это хорошие показатели для SSD. И по сравнению с моим старым винчестером, он выигрывает во всех аспектах. Вот такие вот были показатели на обычном HDD. 97 чтения, 91 запись. То есть очень-очень низко. И показатели выросли для записи в 3 раза, для чтения почти в 5 раз. То же самое с компьютером. Запуск приложения ускорился в разы. Засекал, сколько запускается система. Порядка 15 секунд запуск Windows. То есть это моментально. И поэтому всем рекомендую, кто хочет ускорить свой ноутбук. Покупал, еще раз повторюсь, на Розетке. Доставка была очень быстрая. Доставили буквально за день. Заказал вечером. На следующий день вечером уже приехала. Поэтому всем рекомендую покупайте винчестер, заказывайте на Розетке.